В сегодняшнем выпуске я отвечу на самые популярные вопросы по часам. Всего есть 4 основные группы вопросов, и самая популярная группа касается доставки, того, как посмотреть, как заказать часы по доставке. Мы доставляем по всему миру, но находимся мы в Москве, и поэтому по Москве мы доставляем быстрее всего. При заказе в будни мы можем доставить в течение 4 часов. По России, в зависимости от времени заказа и от удаленности, мы можем доставить в течение суток. В другие страны мы доставляем от 3-4 дней в зависимости от способа доставки и удаленности. Следующий вопрос – как посмотреть модели наших часов? Ну, во-первых, у нас есть сайт. На нем можно как раз посмотреть все модели, их разновидности и выбрать то, что вам больше всего понравится. Во-вторых, вы можете прийти к нам в шоурум. Он находится в Москве, на территории дизайн-завода ArtPlay. Про шоурум у нас есть отдельный выпуск. Ссылка на него будет вот тут. Следующая группа вопросов касается производства, где производим, какая у нас гарантия и про лампы. По производству. Производство у нас находится полностью в Москве. В Москве производится электроника, собираются корпуса. Кстати, корпуса почти полностью делаются вручную. Касательно сроков производства, у нас есть набор моделей, которые почти постоянно есть в наличии, а есть, которые иногда приходится подождать. Обычно срок составляет от 1 до 4 недель с момента заказа такой модели. По гарантии. На стандартной базовой модели у нас действует гарантия 2 года, а на премиальной модели гарантия больше, она 5 лет. Гарантия также распространяется и на лампы. Если в течение этого срока лампа перегорает или с ней что-то случается, мы ее меняем совершенно бесплатно. Следующая группа вопросов касается ламп. Во-первых, как долго они служат? Эти лампы служат до 30 лет благодаря своей технологии. Внутри ламп находится газ-неон и светятся не сами цифры, как нить в лампе накаливания, а именно газ. За счет этого лампа не изнашивается и служит очень-очень долго. Греются ли лампы? Нет, они не греются, и они всегда холодные. И все благодаря технологии, которую я только что описал. Внутри ламп нет нити накаливания и светится сам газ. Про различия между лампами. Почти все лампы, что мы используем, имеют примерно один размер. Это IN14, IN12, IN8, IN82. Немецкие Z573 и 570M, они все примерно одного размера. Отдельно стоят лампы N18, они примерно в два раза больше и выглядят, конечно, фантастически за счет этого. Подробнее про лампы и как они устроены вы можете посмотреть в нашем выпуске, который был специально посвящен этому, вот здесь вот. Следующая группа вопросов касается часов. Во-первых, какого они размера? Примерно 200 на 80 на 80 миллиметров. Вот, можете посмотреть. Примерно все в таком габаритном размере, плюс-минус. За исключением часов на лампах N18. Они, конечно, побольше, в том числе за счет ламп. По питанию. Часы питаются от сети и потребляют не очень много, около 3 Вт, примерно как смартфон на зарядке, даже чуть меньше. Касательно точности хода времени. Наши часы имеют погрешность не более 1 секунды в сутки. При этом вы можете программно настроить их еще точнее. Последняя группа вопросов касается индивидуализации и корпоративных заказов. Если вы хотите разместить на часах индивидуальную табличку или надпись, то наиболее быстрым вариантом будет разместить на нижней крышке. Мы это сможем сделать в тот же день. Если же вам нужна табличка непосредственно на корпусе, ну, тут или тут, то необходимо разместить заказ на такую табличку минимум за 1-2 недели. По корпоративным заказам. Мы беремся за корпоративные заказы. Мы можем сделать брендирование, поставить ваш логотип на часах, сделать коробки с вашим логотипом. По срокам примерно от 3 недель. Все зависит от размера партии, от требований к партии. Все надо рассматривать индивидуально.
По цене также все индивидуально, но в любом случае от объема мы делаем скидку. Если у вас остались еще вопросы, напишите их внизу в комментариях, мы обязательно на них ответим. На этом все. До новых встреч!